Приветствую всех постоянных зрителей, а также случайных гостей моего YouTube-канала про установление. Огромное количество советских автомобилей отправлялись на экспорт в различные страны. Они там вполне хорошо зарекомендовали себя, поскольку для своего времени они были достаточно современные, а главное, что стоили дешевле конкурентов. На экспорт шли «Волги», «Москвичи», «Жигули», «Нивы», «Лады» и даже «Запорожцы». Какие-то автомобили продавались очень даже хорошо, а какие-то не очень. Но один автомобиль был бестселлером во всех странах, куда поставлялся. Какой? Конечно, это была «Нива». Вот такая канадская «Нива» в данный момент продается в Чехии. Как утверждает продавец, его «Нива» в хорошем состоянии и пробег всего 45 тысяч километров. Год выпуска указан 1988. Эти «Нивы» ничем особо не отличались от обычных, если считать кузов. У нее обычный двигатель и все остальные агрегаты. В салоне установлены другие сиденья. Такие или подобные предлагал дилер взамен стандартных. Обивка дверей стандартная. Такой руль установил канадский дилер. Дилерам установлена кассетная магнитола, ее видно на фото. Конкретно эта Нива не совсем такая, какая должна быть. У нее отсутствуют пластиковые накладки на арках. Задний бампер не совсем тот, что должен быть. Отсутствует пластиковая накладка на задней дверце и установлены обычные нивовские диски, хотя должны стоять литые канадские. Наверное, некоторые элементы были утеряны, а машина, скорее всего, была отреставрирована. Слишком свежо она смотрится сейчас, зато на автомобиле установлена люстра и есть накидка на кузов. А вот стоит данная Нива достаточно разумных денег, всего 338 тысяч рублей. Если пересчитывать на наши деньги. Это достаточно хорошая цена, кстати. Разумеется, если брать во внимание редкость и состояние этой машины. На этом сегодня все. Обязательно пишите в комментариях, как вам такая канадская Нива. Лайк, подписка, колокольчик. До скорых встреч.